Вкладчики Дикбанка вновь собрались возле дома правительства. Это люди, чьи вклады признали фальсифицированными. АСВ деньги возмещать отказывается. Ранее агентство по страхованию вкладов уверяло, что проверяет заявления вкладчиков и деньги будут выплачены в обязательном порядке. Возмущенные люди требуют справедливости и помощи у главы республики Таймураза Мамсурова. Однако ситуация не так проста и требует в первую очередь судебного вмешательства. Напомню, что Центральный банк России отозвал лицензию у Дикбанка. Вклады почти 2000 человек не были официально зарегистрированы в обанкротившемся банке. Редакция Осетия ТВ будет следить за развитием событий. Фатима Дзываева, Елена Гаглоева, Вадим Джоев, Осетия ТВ.